Привет, друзья! Вы на канале Садовая терапия, и с вами я, Ирина. Сегодня 19 мая 2024 года. Сад после дождя. Был такой ливень с грозой, самый настоящий. Наконец-то мы дождались. Немножечко растениям стало легче. Это прям чувствуется. Я стараюсь показать общие виды сада, чтобы не только отдельные какие-то отдельно взятые сорта, цветы, да, а чтобы был общий вид. Вот сейчас пройду сюда. Здесь уже отцветает окончательно пион Coral Charm. Вот это надо уже убирать. Coral Charm, но зацветает пион Борделла. Очень красивый сорт. Конечно, я ждала его, говорила уже об этом. Вот он постепенно, потихонечку, цветочек за цветочком раскрывает. Скоро зацветет другой сорт белоснежный, Дюшес де Немур. Ну, когда зацветет, обязательно покажу. Там продолжает цвести моя гортензия. Она еще маленькая, но такая труженица, прям цветет. Там саженцы еще другие гортензии. Вы знаете, в этот раз я заказала еще два сорта гортензии. Red Baron и еще одно бесконечное лето. Один саженец. Бесконечное лето Original. Здесь в полной мере уже раскрывается пион, которому я ищу имя. И вот кто говорит, что Канзас, кто-то говорит, что Old Faithful. Ну, может быть. Но я вот либо тот, знатоки пионоводы, подскажите. Вот так он стал отцветать. Кстати, это свойственно Old Faithful. Вот видите, он уже такой, краешки лепестка сидеют у него, стареют, отцветают. Ну, красиво, очень красиво. Тут скоро еще один красавчик зацветет. Красотун. Скоро зацветет роза Пьер де Рансар. Она у меня тут рядом с жимолостью, жимолость каприфоль. Продолжает цвести, зацветать каждый день. Все новые и новые бутоны раскрываются у розы Оливия Дэвида Остина. Оливия Роуз. Там Чиппиндейл раскрывается. В этом году он не такой высокий, потому что подмерз, и мне пришлось вырезать какие-то побеги прям под ноль. Но он восстанавливается. И вот, кстати, пион Гордения. Он еще малыш, но тоже такой красивый, белоснежный, желтой серединкой. Здесь высажен у меня древовидный пион, и сегодня я высаживала еще древовидные пионы. Один древовидный пион и несколько пионов молочноцветковых. Очень красивые сорта я получила. Взяла еще один пион Авис Варнер. Взяла еще один пион Генри Сас. И с таким
за очень сложным названием пиончик, но потом покажу вам обязательно. Сейчас пока они только высажены. Жду еще два древовидных пиона и еще три пиона от Александра Жукова. Отличные он присылает корни, много-много почек. Смотрите, сколько выдало побегов и сколько выдало почек цветущих розодинки. Она прям вся усыпана, а все потому, что я загоризонталила несколько побегов. И они у меня здесь загоризонталенные. Не знаю, если будет видно, там побежки загоризонталенные. Сколько-то, два или три побега загоризонталила, и вот, пожалуйста, результат. Зацветает здесь клематис варшавско-найк. Здесь скоро зацветет память сердца клематис. Он пришел ко мне пересортом, но очень красивый сорт. Если пройти сюда, то здесь тоже все зацветает. Уша, тебя сюда не звали. Сейчас, минуточку, друзья. Чтобы Пуша здесь ничего не выламывала, я закрываю. Ну, здесь остинки. Манстед Вуд, Дездемона. Вот это не остинка. Чайна Гёрл. А вот зато посмотрите, какой Джудзе Обскур. Роза красивая и очень ароматная. Очень. Дама Джуди Денч у меня с розой Инка высажена. Здесь потихоньку раскрывается пион Сара Бернар. Все узнали Винчестер Кэфедрал. Здесь тоже потихонечку раскрываются цветочные почки, бутончики раскрываются. Гертруда Джекил высадила я ранней весной. Вот она набирает силу. Здесь Лагуна Роза. Лагуна часто болеет, но вот в этот раз я обработки не делала по листу. Вроде бы стоит она здоровенькая, но я, конечно, за ней пристально наблюдаю. Здесь Минерва Роза. И рядом Леди Гарденер. Уже даже пару цветочков убрала. Очень красиво зацветает Миябича. Диклум. И тут вокруг котовник, гвоздичка. Зацветает Мари Кюри. В этот раз буду старые побеги вырезать. Вот, например, вот эти побежки, вот эти, сюда вот в сторону, которые идут, я их буду вырезать. А там она уже базальные дала. Оставлю вот эти базальные, пусть вызревают. А старые уже трехлетние, трех-четырех там летние, я уберу, конечно. Ну вот тут вот
У нас такая клумбочка получилась из Lavender Ice, очень красивая. Когда зацветет, покажу. Генри Дель Бар все время тянется ввысь, выдает длинные удочки. Я уже даже подумала, может быть, здесь вот как-то вот все-таки ей соорудить шпалерку, что-то, опору какую-то. Ну и пусть тогда тянется, если ей хочется. Там вот зацветает пион. Я высаживала Garden Treasure и высаживала Morning Lilac. Ой, ну не знаю. Один желтый. Они как-то так непонятно соединились между собой, что ли. Потому что один желтый, один сиреневый раскрывается. Не понимаю пока я, что там происходит у них. В общем, буду наблюдать, смотреть, потом делить придется. Как так я высадила, непонятно. В общем, а может быть, это Garden Treasure, а где тогда Morning Lilac? Куда он делся? Ой, друзья, сад живет своей жизнью. Ну вот, красивенько. Особенно после дождя с грозой. Просто красота. Сад задышал. Сад просто задышал. Здесь вот они, дюпре. Да, я показывала розу. В маленьком видео показывала Golden Border или Comtesse du Barry. И кто-то мне написал, что вы показываете розы, они у вас мучнистые расы. Ну, заболевания. Ну вот посмотрите, дождь прошел, смыл обработку. Роза абсолютно здоровая, чистенькая. Все с ней хорошо, никакой мучнистой росы на розе нет. Я вообще стараюсь, конечно, следить за своими розами и за садом, чтобы сад был здоровый. Но даже если иногда и случается, бывает, я, конечно, сразу принимаю меры. Но в данном случае вот абсолютно здоровая роза. Пятнышки вот эти были белесые такие после обработки на листьях. Вот она какая красавица. Так что, друзья, вы когда пишете, вы сначала внимательно посмотрите. Или просто как-то спокойно, по-хорошему, по-доброму спросите. Что уж так сразу нападать. Так, продолжает цвести клематис доктор Руппель. Габриэль Оак окрасила бутоны уже. Вот этот уголок нежный мне нравится. Кстати, роза Винчестер Кафедрал отлично себя чувствует. Она у меня под вишенкой. И вот она тут в такой полутени. Очень-очень хорошо и долго цветет. И раскрывается, и раскрывается. Я ее уже около... Сколько дней? 5-6 я уже ее показываю. Вот. Она хорошо себя здесь чувствует. Сюда, если пройти, здесь зацветает детолбиак. Детолбиак. Так вот, если пригнуть, вот смотрите, какая красоточка. Ну, это только-только самое начало. Констанс. Дэвида Остина, Ред Леонардо да Винчи. Такой вот уголочек. С этой стороны вот бутоны уже окрашивает Тизин Джорджия. Вот я высаживала пиончики. А сейчас вам покажу еще красоту Дездемона.
продолжает цвести. Раскрывается Генри Бокстас. Пиончик раскрывается. У него такой насыщенный цвет, красивый. Очень он мне нравится. А здесь хочу показать вам розу Perennial Blue. Тоже начала раскрывать бутоны. После дождя Анютины глазки такие прям хорошенькие. Роза Версайни тоже. Уже один цветок раскрылся. Жардину жду. Крокус Роуз жду. Вон, посмотрите, какие высокие побеги у меня. Это эльф, а я его под ноль вырезала. Ну, надеюсь, что он порадует эльф. Здесь Клематис Гравити Бьюти. Такими вот колокольчиками красными. Юстасия Вэй. Солан Шпион. Осенью еще один рядом высажу. А здесь посмотрите, какой лук. Такой большой, яркий и долго уже цветет. Надеюсь, разрастется, чтобы их побольше было. Черри Бренди. Люблю эту розу за ее цветовые такие сочетания, переливы. Очень красивый цвет у нее. Такой необычный. Ну вот, друзья, немножко прошлись по саду. Жары нет, приятно пройтись. Все только-только начинается. Многие розы в бутонах. Бутонов много. Надеюсь, что погода позволит нам, никаких сюрпризов не будет. И мы насладимся цветением. Шарль Азнавур тоже бутончики раскрывает. Шанталь Мерье рядом. Здесь еще только-только вот готовится Мария Терезия. Всего вам доброго, до новой встречи!